Спонсор рубрики — магазин сувениров «Ренессанс». Дорогие подарки для дорогих людей. Доброе утро. Признать себя банкротом можно будет, начиная с июля следующего года. Изначально предполагалось, что закон вступит в действие с 2016 года. Но на фоне грянувшего кризиса сроки решили сдвинуть. Заявление о банкротстве можно будет подать, если ваш долг превысит 500 000 рублей. Это касается не только кредитов, но и займов между физическими лицами и долгов за услуги ЖКХ. Потребуется предоставить списки своих кредиторов и должников с указанием объемов задолженности, опись имущества, в том числе заложенного, справку о наличии счетов, вкладов, доходах и уплаченных за 3 года налогов. Также необходимо будет отчитаться о сделках, заключенных за последние 3 года с недвижимостью и прочим имуществом на сумму свыше 300 тысяч рублей. Если имеется стабильный источник дохода, можно получить рассрочку до 3 лет для погашения долгов. Если его нет, суд признает заемщика банкротом, а его имущество распределяют между кредиторами. Также предусмотрена возможность признать себя неплатежеспособным. Условия следующие. Более 10% суммы денежных обязательств не были выплачены в течение месяца после наступления срока платежа, или размер задолженности превышает стоимость имущества. Это были правила денег.